Экипаж муниципального контроля сегодня мониторит работу предприятия «Спецтранс». На улице Тургенева сотрудники компании оставили на дороге мешки с бытовыми отходами. Мусор собран не у каждого дома. Мелкие ветки, траву не забирали. Проведена работа с мусороуборочными компаниями по поводу качественного оказания услуг населению. В связи с тем, что в городе не раз уже осуществлялся факт некачественного оказания услуг, поэтому сейчас ежедневно осуществляет управление муниципального контроля рейды по санитарному состоянию по городским территориям улиц. И виноваты в захламлении улиц не только недобросовестные сотрудники мусороуборочных компаний, но и сами анапчане. Не успела спецтехника проехать по улице Шевченко, как жители сразу вынесли пакеты с отходами на тротуар. На углу улиц Гоголя и Красноармейская после отъезда позвонковой машины анапчане оставили мусор на газоне. В основном это крупногабаритные отходы, о транспортировке которых жители должны позаботиться сами. Вам необходимо заказать специализированную технику и вывезти, потому что складировать что-либо на муниципальной территории категорически запрещено. По каждому установленному факту будет составляться протокол. Специалисты управления муниципального контроля установили табличку на газоне с запретом на складирование ТБО на территории общего пользования. Проверки проходят ежедневно, дисциплинируют и граждан, и сотрудников мусороуборочных компаний.